строительство долгожданной школы в селе Юкагир Устьянского района вновь поставили под вопрос. В Государственном собрании Элтумен рассмотрели проект закона о госбюджете республики на следующий год и плановый период 2018-2019 годов. В частности, бурная дискуссия прошла вокруг темы строительства школы-сада на 20 и 15 мест соответственно в селе Юкагир. Реализация всего проекта потребует более 200 миллионов рублей. Сложность вопроса в том, что основную часть финансирования объекта составляют транспортные расходы. Кроме того, по проекту школу должны сдать вместе с новой котельной. Однако, по словам первого зампреда правительства Алексея Колодезникова, мощность котельной в 1 мегаватт для села будет недостаточно. Таким образом, парламентарии решили включить объект отдельно в пункт постановления Госсобрания Элтумен. На протяжении десятков лет ничего там не строилось. Сегодня нужно поддержать эту поправку, начать строительство и закончить в ближайшее время. Поэтому это будет действительно очень правильно. Потому что там сегодня практически нет никаких условий. Самый отдаленный участок. Когда группа с отчетом правительства в текущем году улетала в Юкагир, люди говорили о том, что котельная для них приоритет, но дело в том, что 1 мегаватт – это недостаточная мощность, поэтому здесь надо действительно посмотреть это потребности первоначальные.